Вот учитывая то, кто сейчас на льду у «Динамо» на площадке, эта бригада должна заходить в зону через контроль. Что сейчас происходит? Галиев. Галиев! Гол! А вот эту точно не отменят. Галиев на огневом рубеже. Галиев исполняет. Смотрим. Вот опять, да? Галиев сюда. Никого. Тут даже Лишка сместился вот сюда, в центре. Хотя там, по сути, вот один Одел был. И вынужден был ехать сюда на Галиева Егор Морозов. Вообще смещаясь с другого края. Галиев. Классно будет. Ну, снайпер. Должен так бросать. Возможно, предоставил. Вторая шайба Станислава Галиева в этой серии.